Здравствуйте. О, здесь все меняется. Здесь все ремонтируется. Да, отлично. Затеянный ремонт не помешал гостям поделиться с Любовью Федоровной Мадяевой хорошим настроением и подарками. Целой делегации пришли поздравить вас. Спасибо. С праздником, пожелать спасибо. Здоровья вам, спасибо. Благополучия. Да, да. Мы очень надеемся, что мы ваш юбилей встретим за дружной и тесной компанией. Очень хорошо. Это да. О деревне Жуково, где родилась Любовь Федоровна, напоминает только название Жуковского проезда в Видном. Листая старые газетные вырезки с теплом, она вспоминает годы детства. В 16 лет Люба Мадяева пошла работать, а в 22 отправилась на фронт, закончив курсы связистов, и сразу попала на передовую. У нас был краевед тут, Виктор Васильевич. И вот он приходит, говорит: «Любовь Федоровна, ведь вы были рядом с матросом». Я говорю: «Да». Матросовский полк 254-й, а я была в 255-м полку. Любовь Мадяева прошла с боевым соединением 1500 километров от Калужской области до Балтийского моря. Была ранена. После войны каждый день победы не обходился без встречи однополчан. Наша дивизия просили в Москву. И вот нас сфотографировали у Знамя Победы. Музей вооруженных сил у Знамя Победы сфотографировали. На фронте Любовь Федоровна встретила и будущего мужа, майора Григория Твердохлебова. Прямо во время боя под пулями поклялись они друг другу в вечной любви. Кончилась война, значит, мы в Прибалтике были. Он говорит: «Останешься здесь, и чтобы вместе быть». Я говорю: «Нет, я соскучилась по дому, я уеду домой». И целый год я была тут, дома. Я жуковская. К сожалению, прожить им с мужем долго было не суждено. Сказались боевые ранения. Спустя 2 года после свадьбы он скончался. С любовью и нежностью листает она одно из писем мужа. «Тебя не забываю, не знаю, как ты». Великая Отечественная на всю жизнь оставила след в душе Любови Мадяевой. И сейчас, по прошествии многих лет, она прекрасно помнит имена сослуживцев и события тех лет, чтобы и мы помнили. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.